колл-центр поступает ежедневно порядка 100 звонков. Операторы готовы рассказать о необходимых документах, которые надо взять с собой в роддом, а также о том, какие документы необходимы для подарочного набора «Я родился в Подмосковье». Помогают операторы записаться на прием к специалистам, которые проконсультируют по всем интересующим вопросам. Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова отметила, что звонки поступают не только из Московской области, но и из других регионов, а это каждое пятое обращение. Напомним, что в Московской области реализуются и другие меры поддержки молодых мам. В частности, с 1 сентября при выписке из роддома женщина может получить подарочный набор для новорожденного «Я родился в Подмосковье» или денежную выплату в размере 20 тысяч рублей. Подмосковье – единственный в России регион, предоставляющий право выбора между подарком и выплатой денежных средств. Также во время нахождения в роддоме маме оформят необходимые документы для малыша, в том числе свидетельство о рождении, временный полис ОМС, ННН, прикрепят малыша к поликлинике, оформят документы на получение материнского капитала, поставят на учет и зачислят в детский сад. А позвонить в единый колл-центр «Стань мамой» в Подмосковье можно по телефону 8 800 550 3003 ежедневно с 8 до 20 часов. Звонок бесплатный.